Ну, я, во-первых, не понимаю этих санкций. Все это, конечно, политические вещи, но есть экономика. И когда вопросы упираются в экономику, эти вопросы отходят как бы на второй план. Да, мы сегодня там как бы кидаем молнии в одну сторону, в другую, но мы не понимаем, что мы сегодня гораздо больше зависим от экономических вопросов, чем от политических. Если мы завтра нашим чиновникам начнем ограничивать их возможности в решении наших экономических вопросов, мы пострадаем по-любому, хоть бы это нас не коснулось напрямую. Второй момент, что это все игры, и мы прекрасно понимаем, что если люди захотят, они будут иметь возможность и будут реализовывать свои возможности, находясь в любом месте.